Вооруженные силы Российской Федерации передал полковнику Сердцеву Николаю Ивановичу. Мы не забываемся. Спасибо большое. Ваше присутствие – это подведение итогов Дня Победы, который вчера прошло отмечался не только в России, но и в всех государствах, которые вписывали вас в разгромную. Сегодняшняя наша встреча – это встреча поколения. Поколение прошедших Великую Отечественную войну. И тех, кто после военного времени продолжал отстаивать безопасность ветеранов Афганистана, участников боевых действий в горячих точках, мы чествуем нашу родину. Мы чествуем внимание и заботу, которые в последние годы, даже критики, которые есть у нас, и те не спорят, что наш верховный главнокомандующий, наш президент за эти годы сделал большой вклад. Я хочу сегодня преподнести такой наш украинский пример. Значит, от казахского края, казахскую гривну, казахская рада. Поэтому я вручаю как раз ему вот этот